Всем привет! Сегодня я на очередной тренировке бегаю, вернее езжу. Вот, заехал на Шевченковский пруд. Здесь вода такая чистая, ну, относительно, по крайней мере, была. Сейчас я смотрю, немного мутновато, она была чистая. Ну вот, здесь была щука, карась. Но сейчас рыбачков вообще никого не вижу. Сегодня еду по вот такой ерунде. Короче, ближе к куяльнику, чтобы не куяльница. Сейчас просто передо мной проехали ребята еще, тоже на велосипеде. Пыль стоит, пока я там снимал видео. Интересно проехаться. Ну тут такая дорога, еще машины ездят, короче. Интересно, куда все прутся. Еду по дороге, вокруг куяльник. Машины какие-то. Интересно, куда эта дорога будет сейчас вести. Расскажу потом. Вот такая дорога. Ну, я так понимаю, что здесь немного, небольшой километраж на объезд этого куяльника. Мы эти машины можем сделать так. Чук-пук. Видно, пересохший куяльник. А мне надо на ремонт вставать. Бо еду как утенок гадкий. Скреблю. Ребята на мотоке там. В Джигене, брат. А чё он тут как пустыня, ёханый бар. Все так пересохло. Страшно, конечно. Капец приходит. Куяльнику, в принципе, давно. Но если что-то там ставят, трубы переливают воду. И никакого толку. О, кончится. Вот машины там стоят. И дорога есть. И вот мы поехали. Посолим. Берег. Изюка здесь конкретно заносит. Садишься в нее. Радует то, что изюк-то лечебная. Поэтому, если что, будем лечиться. Так, ну я смотрю, короче, на этом мой кайф заканчивается. Надо будет объезжать все заново, потому что я сомневаюсь, что эта коса там соединяется. Так, ну вот я доехал до конца, как жаль, тут 100 метров и можно выехать на трассу. А так я сейчас буду снова, короче, объезжать. В ту сторону объезжать вообще не хочу. Сегодня точно, потому что что-то там далековато. Ну а сюда уже все, поздно. Возвращаюсь обратно. Мне вот где-то там прямо. Вот там, о, 16 этажка. Высокая-то моя. 19, да, 16 этажки, господи. У меня уже все перепуталось. Да. Красиво тут, как в пустыне. Вджигировать можно на мотокроссах, на квадроциклах. А тут гонки можно устраивать. На квадриках. Вообще площадь такая офигенная. Здесь есть, короче, обманчивая дорога. Если не поехать как нормальные люди, можно попасть вот в такое болото. То есть ты уже там никуда не проедешь. Ну и здесь по грязюке можешь утонуть. Ну я, короче, сейчас опять лишние там 500-600 метров наверну. Подумаешь. Ну вот я уже почти дома. Осталось еще чуть-чуть. И я дома. Вот и закончился мой сегодняшний небольшой марафон. Поездка моя была где-то 1,5 часа, даже 1:20. Вот. Ну, посмотрю, какой километраж в конце видео я вставлю, что я сделал за этот день. Вот. Ну, всем спасибо за просмотр. Делайте репост, ставьте обсуждение. В общем, все, всем пока.